Здравствуйте, я ваша учительница Саша Ду. Добро пожаловать на наш курс по русскому языку уровень B2. Очень рада вместе с вами заниматься русским языком. 大家好，我是你们的 Саша Ду 老师，欢迎来到沪江俄语 B2 课堂，很高兴与你们一起学习俄语。Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш курс по русскому языку уровень B2. Я ваша учительница Саша Ду. Очень приятно с вами вместе заниматься русским языком. 亲爱的朋友们，你们好，欢迎来到沪江俄语 B2 课堂，我是你们的 Саша Ду 老师，非常高兴和大家一起学习俄语。Сегодня давайте повторим, что мы проходили на 7-м уроке. Во-первых, функциональные стили речи. Это какие? Это научный, официально-деловой, газетно-публицистический, разговорный и литературно-художественные стили. Во-вторых, мы говорили, как читать русские имена и отчества в быстрой разговорной речи. Например, Иван Иванович, Тимофей Николаевич, Сан Саныч и так далее. В-третьих, в какие годы или в каких годах, в чем разница между ними? 使用第四格表示年代，用于描述这段时间内发生的事情，而用第六格则表示一次性完成的事情。В-четвертых, мы еще говорили о глагольно-существительных словосочетаниях. Например, разговорный – спрашивать, книжный – это задавать вопрос, участвовать – принимать участие, проанализировать, сделать анализ, помогать, оказывать кому помощь, помочь, оказать помощь, повлиять на кого что, оказать кому чему влияние, впечатлить кого что, произвести впечатление на кого что, решить, принять решение. Также еще наречие тоже в книжном языке это также почти практически, сильно, существенно, потому что, так как, надо, следует, до сих пор, до настоящего времени. В-пятых, 第五我们讲的是谓语副词。句子当中有谓语副词的时候，主体用第三格。В-шестых, употребление предлогов в, на, из, с, их соотношение. Например,в университет, из университета, на работу, с работы. В-седьмых. 请记住, кто такой, кто такая, кто такие, что такое, 这样的句型. В-восьмых. 否定句的抽象补语. 一般我们是用第二个, например, не понять этого, не хотеть этого. 这里этого用第二个。В-девятых, 第九, 还有一些使用第二格的固定搭配, например, попросить прощения, попросить разрешения, ждать ответа и так далее. Дальше мы еще говорили о депричастии, о сравнительной степени. 我们还说了副动词以及比较级。除此之外我们还讲了表示原因的前置词其中包括 от чего?Из-за кого-чего, благодаря кому-чему, из чего и так далее. Дальше. 下面我们还讲了经常在诗歌或者文学作品当中看到的以 ou 也有这样结尾的单数第五格的形式。这个其实呢是等同于 ou 也有的形式。还记得吗 ?Дальше. 我们还讲了单复数意义不同的一些单词。Например,отношение, 单数指的是态度，复数指的是关系。Интерес, 单数指的是兴趣，复数指的是利益。Услуга, 单数解释为服务，复数则表示公共事业。Также вспомните употребление слов однако и наверняка. 这两个词大家回忆一下。这两个词如果打逗号和不打逗号，意思有什么区别？На 7-м уроке мы также говорили о причастии.
в том числе действительные и страдательные причастия, 主动行动词和被动行动词, правда? Дальше, иногда, 这个词后面, 虽然它解释为有时怎样怎样,但是它后面永远跟未完成体现在时。 那要顺便回忆一下,还有哪些词后面一定是跟未完成体现在时的呢? Часто, редко, никогда, всегда и так далее. Слово «родина» 如果是大写表示祖国,如果是小写则表示故乡。 我们还说了动词假定式 условное наклонение глаголов, 主要是 бы 的用法, 除此之外还有 чтобы 的从句的用法, 主语相同从句中的动词用不定式, 主语不同从句中的动词用过去式。 Мы еще учили некоторые русские пословицы и поговорки. Учили образование краткой формы прилагательных и ее употребление. 还有我们讲了 болеть 这个词的意思, 和根格，它不同的根格表示是不同的意思。 Например, болеть чем, болеть за кого что, что болит и так далее. 同样还有一些固定搭配，类似于汉语当中的量词的一些名词搭配。 Например, бутылка пива, кусок хлеба, кусок сыра, чашка чая, пачка кофе, пачка конфет и так далее. Нельзя 这个词后面 如果是加未完成体动词，表示不要去做这个动作，指的是不要发生这个动作。而如果你在后面加完成体动词，则表示无法做这个动作。当然，这两个意义有时也会被运用到其他的否定的句子当中。 Не забыть, 不要忘记，一般后面都是加完成体动词。 Кроме вышесказанного, у нас были еще лексические трудности, то есть 辨析 词语, например, дружественный, дружеский, дружный, сейчас, теперь, долгий, длинный и далекий, короткий, краткий, ложиться спать и спать. Также мы еще говорили о фонетике, о нормах русского произношения. Вот, посмотрите на табличку, вот здесь, что пишем, что произносим, какие примеры, все здесь есть. Для того, чтобы сэкономить время, ребята, вы сами посмотрите, пожалуйста. В последнем. Мы еще должны знать, как называли город Санкт-Петербург. Например, Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград и Санкт-Петербург. Ну хорошо, вот мы повторили 7-й урок. Теперь у нас чтение. В России в начале года, кроме Нового года, очень важным праздником считается Масленица. Масленица – это древний славянский праздник, который достался нам в наследство от языческой культуры и сохранился после принятия христианства. Это праздник проводов зимы, праздник блинов, 8-я неделя перед Пасхой. В этом году, 2016 году, Масленица начался 7 марта и кончился 13 марта. Ну хорошо, сейчас давайте прочитаем текст о Масленице. Тема текста называется «Без блинов не Масленица». Давайте сначала прочитаем целиком, а потом проанализируем по абзацам. Масленица – один из самых любимых народных праздников в России. Масленица начинается в конце февраля, начале марта – и продолжается целую неделю. Это время, когда люди провожают зиму и встречают весну. Во время Масленицы люди ходят друг к другу в гости, пекут блины и угощают друг друга. В воскресенье бывают традиционные народные гуляния. В парках, на площадях, на центральных улицах играют оркестры, выступают артисты. И взрослые, и дети веселятся, едят вкусные горячие блины, которые пекутся прямо на улице. По старой русской традиции на Масленицу катаются на лошадях, на знаменитой русской тройке. Катаются на санках, на лыжах, на коньках, устраивают спортивные соревнования и шумные веселые игры. Любимые блюда на Масленицу – блины. Их пекут в каждом доме. В старину говорили,
Без блинов не масленица. Почему именно блины стали печь на масленицу? Во-первых, блин круглый и горячий, как солнце, которое приходит вместе с весной после долгой и холодной зимы. Во-вторых, по церковным законам во время масленицы нельзя есть мясо, но можно есть масло, молоко, яйца, рыбу, белый и черный хлеб. Масленица готовит людей к Великому посту, которое начинается сразу после масленицы. Великий пост – это время, когда нельзя есть мясо, масло, молоко, яйца, рыбу и даже белый хлеб. Поэтому во время масленицы люди старались побольше, посытнее и повкуснее поесть. Именно поэтому любимым блюдом на масленицу стали блины, которые можно есть с маслом, со сметаной, с икрой, с рыбой, с джемом. И в-третьих, блины были недорогим блюдом. Чтобы приготовить блины, нужна мука, масло, сахар, яйца, молоко. А эти продукты были недороги. Так, например, в конце 19 века килограмм муки стоил от 4 до 6 копеек, килограмм сахара от 28 до 33 копеек, килограмм подсолнечного масла от 30 до 33 копеек. Такие низкие цены давали возможность каждому, и богатому, и бедному, праздновать масленицу целую неделю. В старину говорили: если не веселиться на масленицу, значит весь год жить бедно, горько и неинтересно. Традиция печь блины и веселиться на масленицу сохранилась в России и сейчас. И в больших городах, и в самых маленьких деревнях целую неделю шумно, весело и радостно празднуют масленицу. Ну хорошо, прочитали. Теперь немного объясним этот текст. Продолжаться, продолжится. 持续 后面一般跟 сколько времени, 持续多少时间, 不用加前置词拿, 因为这个动词本身就有持续的意思. Печь блины, 烤薄饼. Блин, 俄罗斯的这种薄饼. 但是日常生活当中呢, 因为为了区分一些 类似于骂人的口头禅, 我们可以把 блин 表示为 блинчик, 一个小称. 那有哪一些薄饼呢? Например, блинчик с маслом. 这个就是最普通的那种薄饼, 就不加任何东西的, 它就说是加这个黄油的. Потом, блинчик с ветчиной и сыром. 加火腿和奶酪的, 这也是非常普遍的一种薄饼. Блинчик с капустой и яйцом. 加白菜和蛋. Блинчик с грибами и картофельным пюре. 加蘑菇和土豆泥. Блинчик с красной икрой. 加红鱼子酱. Блинчик с куриной грудинкой. 加鸡胸肉. Блинчик с лососем. 加三文鱼. Блинчик со сгущенкой. 加炼乳. Блинчик с вареньем. 加果酱. Блинчик со сметаной. 加酸奶油. Хорошо. Еще посмотрим слово тройка. 这指的是三套车. 那这一段课文的大概意思就是蟹肉节是俄罗斯人民最喜欢的节日之一。 蟹肉节从2月底3月初开始持续整整一个星期。 这是送走冬天迎接春天的时间。蟹肉节的时候，人们互相走动做客，烤薄饼并赠送给朋友吃。星期天是传统的群众游园会，公园里呀、广场上啊、市中心的街道上都有乐队演奏，有演员表演，大人和孩子都开开心心吃街上烤的美味薄饼。按照俄罗斯的老传统，蟹肉节要骑马，要坐著名的俄罗斯三套车。 要滑雪橇、滑雪滑冰、举行体育比赛、做热闹开心的游戏。 Хорошо, дальше. Во-первых, во-вторых, в-третьих. 这样的用法我们要学会。第一、第二、第三是 в 加这个叙述词的第六个，但这个当中呀要记得加短横。 Великий пост 大斋戒，因为像东正教当中。 就跟我们佛教一样，有很多不一样的斋戒， 但这个Великий пост 是它最大的一个斋戒。 Слово мука 俄语当中有两个词， 一个叫мука， 一个是мука， 重音不同，意思完全不同。如果重音在前面指的是痛苦、苦难，如果重音在后面表示的是面粉，那我们要怎么记呢？
告诉大家一个小诀窍，我们就记得叫先苦后甜。什么叫先苦呢？也就是指重音在前面，它指的就是苦、苦恼。后甜，如果重音在后面，它就是甜的东西，面粉。这样就记住了吧？好，我们来看剩下这几段的意思。谢肉节最喜欢的菜式是薄饼，每家人家都会做。古时候说，没有薄饼就不算是谢肉节。为什么蟹肉节是要烤薄饼呢？第一，薄饼是圆圆的、热热的，像寒冷的冬日过去后的春天一起到来的太阳一样。第二，按照宗教的规矩，蟹肉节的时候不能吃肉，但是可以吃油、牛奶、鸡蛋、鱼、白面包和黑面包。蟹肉节是为紧接其后的大斋戒做准备的。大斋戒的时候，因为都不可以吃肉、油、牛奶、鸡蛋、鱼，甚至连白面包都不能吃，所以蟹肉节的时候，人们尽量多吃，吃饱吃好。所以薄饼成了蟹肉节人们最喜欢的食物，因为它可以和油、和酸奶油、和鱼子酱、和鱼果酱一起吃。第三，薄饼不是贵的食物，想要做薄饼只需要面粉、油、糖、鸡蛋和牛奶。而这些东西都不贵，比如说在19世纪末，1000克面粉价值4到6戈比，1000克糖价值28到33戈比，1000克葵花籽油价值30到33戈比。这样低的价格让每一个人，不论是富人还是穷人，都有机会欢度一周的蟹肉节。古时候说，如果蟹肉节没有开心度过，那一整年就会过得贫苦无趣。现在的俄罗斯仍然保留着烤薄饼和欢度蟹肉节的传统，在大城市也好，在最小的农村也好，都开心快乐地庆祝蟹肉节整整一周。Хорошо, мы прочитали и объяснили текст. Вы поняли все? Теперь ответьте на вопросы по содержанию этого текста. Вопрос первый. Скажите, пожалуйста, что вы узнали о масленице и ее традициях? Вопрос второй. Почему именно блины стали традиционным блюдом на Масленицу? Вопрос третий. Есть ли подобный праздник в нашей стране? Как он называется? Каковы традиции этого праздника? Праздника. Хорошо, теперь у нас аудирование. Задание третье. Прослушайте начальные реплики диалога двух людей при их встрече и выберите вариант ответа к каждому из заданий. Готовы? Начнем.
Здравствуй! Привет! Что новенького? Вот, друг открыл магазин. Вчера зашла посмотреть. Женская и мужская одежда. Я не сторонница единообразия. Здорово, что у него разные стили. Он говорит, что друзья-музыканты иногда подсказывают ему идеи моделей. Была там одна блузочка. Это что-то! Вообще, есть очень оригинальные вещи. И продавцы у него закачаешься. Сходу угадывают, что подойдет клиенту. Но цены, я тебе скажу, не подступишься. Хорошо, теперь ответьте на вопросы. Вопрос первый. Говорящая. А. Часто ходит по магазинам. Б. Специально зашла в этот магазин. В. Проходя мимо, зашла в новый магазин. Второй вопрос. Ее друг. А. Хозяин магазина. Б. Работает в магазине. В. Специалист по женской одежде. Третий вопрос. В магазине продаются А. вещи определенного стиля. Б. Коллекции разных стилей. В. Только авторские модели. Четвертый вопрос. В магазине говорящая А. купила несколько вещей. Б. купила себе блузку. В. ничего не купила. Пятый вопрос. Речь говорящей можно охарактеризовать как А. профессионально окрашенную. Б. содержащую элементы жаргона. В. стилистически нейтральную. Задание четвертое. Прослушайте рекламную информацию и выберите вариант ответа к каждому из заданий. Дорогие друзья, приглашаем вас посетить выставку «Издательский бизнес», проходящую в эти дни в Центральном доме художника. Ведущие российские и западные специалисты расскажут о своих достижениях и поделятся опытом. Одним из важнейших событий выставки обещает стать круглый стол по вопросам независимости прессы в России, на который приглашены редакторы западных и российских изданий, ведущие политологи и известные журналисты. Выставка «Издательский бизнес» проходит в преддверии Всемирного газетного конгресса, который летом следующего года впервые пройдет в Москве. На открытие Конгресса приглашен российский президент и уже получено его предварительное согласие. Выставка открыта ежедневно, кроме понедельника, с 10 до 14 часов для посещения специалистов и с 14 до 20 часов для всех желающих. Каждый вечер с 18:30 проходят презентации российских журнальных и газетных изданий. Цена билета – 100 рублей. Билет на выставке Центрального дома художника не дает права посещения данной выставки. При предъявлении журналистского удостоверения вход свободный. Ждем вас на нашей выставке «Издательский бизнес». Хорошо, теперь ответьте на вопросы. Шестой вопрос. В работе выставки планируется участие А. известных политологов, Б. крупных политиков, В. ведущих социологов. Следующий вопрос. Эта выставка состоялась А. по окончании Всемирного газетного конгресса, Б. в рамках Всемирного газетного конгресса, В. перед началом Всемирного газетного конгресса.
Дальше. Президент России согласился принять участие А. в работе выставки, Б. в работе Всемирного газетного конгресса, В. в открытии Всемирного газетного конгресса. 9 вопрос. Для всех желающих эта выставка открыта А. с 10 часов, Б. с 14 часов, В. с 18:30. Последний вопрос. Посещение выставки бесплатно А. для журналистов, Б. для купивших билет на выставке Дома художника, В. для редакторов крупнейших изданий. Хорошо, ребята, сегодня мы еще будем объяснять, в чем разница между словами «ощущать» и «чувствовать». 这两个词都是感受的意思。 那我们就来看一看 «ощущать» 和«чувствовать»这两个词的区别。 首先来看 «ощущать» 后面的根格是 «кого?» «что?» 这个词指的是可以通过身体器官对外界事物直接察觉得到的感受。 Например, ощущать запах, ощущать тепло. Ощущать 也可以指心理上对客观世界的感受. Например, ощущать заботу, ощущать поддержку, ощущать перемены. 除此之外, ощущать 还可以指主体内心世界本身的感受. 比如说, ощущать радость, ощущать волнение, ощущать усталость, ощущать боль. 好，接下来我们来看 чувствовать。чувствовать 后面也是跟 что 感觉到什么这个词只强调外界事物作用于人的感官所产生的心理或者是生理的感受。Вот смотрите примеры. Чувствовать вкус, чувствовать счастье, чувствовать гордость, чувствовать страх. 但是，我想说的是。 他们这两个词可能有许多共同的搭配，他们的词义也是很相近的。比如我们刚刚说的 тепло, боль, волнение, страх 这些，它既可以跟 ощущать 也可以跟 чувствовать。那区别在哪里呢？区别在于感受的程度不一样。ощущать 指的是人对外界感受具体、直观、深刻，一般与 ясно, реально。 физически, с огромной силой 之类的词或者词组连用。而чувствовать可以是在生理上啊、心理上一种被动的体会。那有同学一定会问了，这个ощущать чувствовать到底有什么区别呢？和那么多词都可以一样的搭配。好，我们来看同样的词组 ощущать удар, чувствовать удар. 同样的一个搭配，我们来看有什么区别。 ощущать удар 它指的是器官的感受，感到被打击，就是他被打了，就是身体受打击这样的感受，他感受到了。чувствовать удар 它指的是心理的感受，就我们中文也有直译和意译，对不对？我们受打击了，它这个时候指的是心理上的打击。Хорошо, сегодня я также вам даю русские пословицы и поговорки. Давайте почитаем. Кто хочет, тот добьется. 有志者事竟成. Не имей 100 рублей, имей 100 друзей. 友谊值千金. Недорог подарок, дорога дружба. 礼轻情意重. В гостях хорошо, а дома лучше. 做客好，在家更好. 其实也就是我们俗语说的“金窝银窝不如自己的草窝”。 Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. 百闻不如一见. Дальше. Первый блин комом. 这个直译是第一张薄饼是会糊的，其实它就是всякое начало трудно的意思，万事开头难. Волков бояться в лес не ходить. 不入虎穴,
焉得虎子。Век живи, век учись. 活到老，学到老。Семь раз пример, а один раз отрежь. 这句话的直译是量七次才一次，其实就是三思而后行的意思。Время не ждет, 时不我待。Ну хорошо, ребята, сегодня я хотел бы дать вам послушать песню поп-группы Винтаж. Винтаж – это поп-группа, которая появилась на российской эстраде в 2006 году. В составе группы солистка Анна Плетнева и композитор, саунд-продюсер и по совместительству певец Алексей Романов. Также в составе группы была танцовщица Мия. В 2008 году ее сменила Светлана Иванова. С 2011 года состав группы ограничен только вокалистами. Ну, разумеется, что это уже не новая поп-группа, но я лично очень люблю их альбом в 2007 году «Криминальная любовь». И сегодня рекомендую песню «21 грамм». Текст песни для вас не так труден, попробуйте понять, о чем поют. Даю вам текст песни, но постарайтесь записать фрагмент по радио до начала песни. Хорошо, теперь давайте послушаем.
Ну, ребята, на этом заканчивается наш сегодняшний урок. Большое спасибо за внимание. До встречи! Thank you.